Сергей Тетерский в Кумертау не впервые, и, как правило, его выступления не остаются незамеченными. Так и в этот свой визит профессор встретился с коллегами в формате форсайта. В переводе с английского языка форсайт – это взгляд в будущее. Темой неформального семинара, как назвал ее сам педагог, стала позитивизация. Присутствующим предложили описать образ идеального учителя, его профессиональные качества. После Сергей Тетерский истолковал ответы. Каждый здесь сидящий в зале – зеркало. И мы смотримся в других, видим всегда себя. Говорим о ком-то плохо, значит, заболеваем внутри. Так вот, если вы написали сейчас вещи, читаете и думаете, нет, не про меня, чтобы я все про других писал, я вас тоже поздравляю, потому что вам есть чему стремиться. Вот то, что вы написали во второй колонке, и сделает вас великим учителем, учителем с большой буквы. Кроме прочего, профессор дал педагогам несколько советов о том, как правильно проводить классные часы и встречи с родителями. Также профессор поведал о верной мотивации школьников. Впечатления массы, конечно, все же они позитивные. После его встречи с ним появляется такое чувство самоуверенности, самоуверенности в себе, уверенности в будущем, в настоящем, думаешь о прошлом, начинаешь мыслить, в чем-то убеждаться или наоборот в голове возникают какие-то противоречия. И я считаю, что те, кто хотели, они всегда унесут обязательно что-то полезное. После форсайта ученого сложно было найти равнодушного к его выступлению. Можно сказать, что цель лекции достигнута. Участникам удалось создать привлекательные образы не только учителя, ученика и родителя, но и образовательных организаций в целом. Очень красиво получилась команда девушек и в администрации, и те, кто приехали из Башкирии, из университета. Было очень приятно работать и с организаторами, и с тренерами. И, конечно, у вас очень солнечные, очень светлые педагоги. Может быть, вначале они были слегка зажаты, потому что уже привыкли, что система повышения квалификации, она чаще всего это перепевы из того, что можно найти в интернете или прочитать где-то в прессе. И вот эти технологии, эти идеи, они, конечно, потрясающие. И народ очень воодушевлен, потому что придание нового статуса территории, оно начинается прежде всего с семьи, с учителей. Это железно. По мнению самого профессора, встреча прошла очень трогательно. Затронули ряд важных тем. Можно даже сказать, что эта лекция стала катализатором для новых прогрессивных идей.